Масштабные проекты в области энергетики обсуждались сегодня в Тегеране. Там состоялась встреча представителя Госдумы Сергея Нарышкина и его иранского коллеги Али Лариджани. По словам спикера российского парламента, Москва и Тегеран планируют объединить усилия на мировом нефтяном рынке. Они будут противостоять планам обрушить цены на топливо. Речь шла и о масштабной транспортной программе создания железнодорожного коридора «Север-Юг». Он свяжет государства Западной и Северо-Западной Европы с Индией. Особое внимание уделили также теме санкций. Участники встречи назвали подобные ограничительные меры давлением на Россию. Мы рассматриваем так называемые санкции как не что иное, как инструмент такого неприкрытого экономического и политического давления, инструмент, который не имеет ничего общего ни с нормами международного права, ни с нормами Всемирной торговой организации. Что касается вопросов координации наших усилий на мировых нефтяных рынках, то мы готовы вести консультации по таким вопросам. И, конечно, ситуацию на мировых рынках мы сегодня обсуждаем.